Доброе ваше утро! В эфире привет от наших, от тех наших, кто когда-то был жителем Ямала, а затем ветрами событий и перемен распределен по всей территории страны. В этот час поток теплых приветов надвигается на Лабытнанги из Ростовской области. Принимаем этим утром привет от человека, который не нуждается в подробных представлениях. Ее мягкий голос узнаваем с первых минут. Алло, Таганрог, как слышите нас? Слышно прекрасно, все хорошо. Наверняка все лабытнанцы сразу узнали по голосу Любовь Григорьевну Харуненко. Любовь Григорьевна, скажите, а в Ростовской области бывает зима? Ну, зима бывает, во всяком случае, в прошлом году зима была довольно-таки суровой, и по выражениям, по высказываниям старожилов, что такой зимы не было 20 лет. Поэтому было очень много снега, были морозы за 20 градусов, так что мы особо не ощутили здесь, так не на экваторе живем. Иногда, шутя, Ямал называют Ямало-Ростовский автономный округ. А много ли наших бывших земляков вы встречаете в Таганроге? Вы знаете, очень часто мы встречаем в Таганроге наших лабытнанцев. Как-то много переехало в этот город. И до того, как мы переехали, сейчас вот люди продолжают покупать жилье, приезжают в гости к нашим землякам-лабытнанцам, потому что те, кто приехали и раньше. Поэтому мы довольно часто встречаем, особенно есть здесь такой семейный магнит, магазин называется, большой супермаркет, и мы очень часто там встречаем наших лабытнанцев. Любовь Григорьевна, кому направите приветы? Ну, вы знаете, просто душа разрывается, чтобы, спасибо Боже, никого не забыть, не забыть, не о ком сказать. Конечно же, в первую очередь все поздравления и скучаем, и любим. Это, конечно, родная семья. Это сын с семьей, Сережа, Ульяночка и внучки, внуки Дашенька и Вадим. Это племянница Яна и Сережа, племянники. И, конечно же, все коллеги, администрация города, все управления, комитеты, родная культура, в которой прожита львиная доля лет, и все, которые мы жили и работали в Лабытнангах. И становление как человека, как личности, как работника состоялось, конечно же, в культуре. Поэтому родной культуре удачи, творческих успехов, всех-всех-всех благ в семейной жизни, благополучия и так далее, и так далее. Спасибо. Всегда рада видеть и слышать своих друзей. Ростовская область далеко от нас, но как ощутимо тепло привета. От кого и откуда прилетит привет в следующий раз, узнаем через неделю. Солнечного настроения при любой погоде вам желает Дарья Самородова.